В Доме культуры поселка Большевик сегодня с профессиональным праздником поздравляли педагогов Серпуховского района. На торжественном мероприятии присутствовали глава района Игорь Ермаков и начальник управления образования Марина Дудорис. Поздравления и слова благодарности в адрес педагогов звучали в этот день и от коллег, и от учеников. В атмосферу школьной жизни погрузилась моя коллега Инна Шейнина. Профессия педагог – это призвание. Причем знания нельзя приобрести навсегда. Учитель должен идти в ногу со временем, осваивать новаторские методы. Надежда Шарыпкина уже 26 лет преподает географию в пролетарской школе. Я вообще стараюсь искать каждый раз что-то новенькое. Чем можно зацепить детей, как их увлечь. И вот у нас такой коллектив, такие руководители, которые нам в этом очень помогают. Поэтому педагог – это же без образования, это мертвый педагог. Нужно постоянно, обязательно учиться. Учителей и директоров школ поздравили с праздником главы поселений. Оказалось, что у каждого из них есть самая дорогая своя школа. Благословил на доблестный труд благочинный церквей Серпуховского округа. Глава Серпуховского района Игорь Ермаков, поздравляя педагогов, просил не ставить ему плохих оценок. За мое выступление не судите строго, двоек не ставьте. В Большевике в данный момент строится школа, которая в этом году обязательно будет закончена. Марина Алексеевна выразила желание о пристройке к школе в поселке Пролетарский. Я надеюсь, что в следующем году все пожелания воплотятся. На дне учителя, конечно, нашлось место для детского творчества. У хороших педагогов растут талантливые воспитанники. Согласно рейтингу Министерства образования Московской области, образование Серпуховского района вошло в двадцатку лучших систем Подмосковья по итогам 2017-2018 годов. Когда творишь добро, творишь любовь от сердца, когда передаешь знания, тогда можно справиться со всеми задачами, несмотря на то, сколько детей в классе сидит. Надо любить детей. Без любви к ребенку ты не будешь педагогом. Можно закончить один вуз, второй, третий. Но если вот этой мудрости не будет, педагогической, ты не состоишься как учитель.